Всем золотого дня, друзья, с вами я, Аза, и сегодня мы будем снимать вот эту песню по картинке Challenge. В принципе, не буду тянуть, надо как можно больше за сегодня видео снять, потому что, как бы так сказать, заказал рекламу, плюс туда, плюс сюда, ну как всегда, давайте приступим. Hold up, hold up, hold up. Hola, 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 я гоняю в поло, с собой банка колы, чисто для прикола, hola, hola, hola. Ну что, ребят, давайте приступим. Первая песня, я уже знаю, у нас 4 секунды, это уже Тима Белорусских «Витаминка», потому что здесь как бы не понять, это не знаю. Витамин B1, витамин B3, витамин B6. Таламин, ниацин. Сюжеты по твоим картинкам. Хорошая песня, продолжу, в чарте висел. Давайте следующую. Ребят, ну, блин, это пока все легко идет. Это фараон 5 минут. Тут очень... 5 минут назад, я же сказал. Фараон и Боливар Депа. Без понятия, кто это такой. Так, ребят, маленькая заминочка с камерой, точнее с вебкой, это подключается, не знаю, что за фигня. Да, начинаем. 3, 2, 1, я без понятия, что это песня, я только знаю Молли, а это... Без понятия, не слушал, вообще ни разу не слушал. Блин, ЛСП тело. Точно. А ну-ка, давай, тело. Да, тело, что тупо болит. Нелепое тело, что тупо болит. Хорошая песенка, душа. Дима Билан, океан. Я же говорил, океан. Один раз слушал. Моргенштерн, зеленые глаза. Не знаю, как по-легкому это можно было еще сказать. За зеленые глаза. Давай, давай, давай. 0 секунд. Почему? Хорошая песенка. Гипнозы. Мальбек и Сюзанна. Не, без понятия. Песо знаю, а вот песню саму не слушал ни разу. Вообще без понятия. Бузова Wi-Fi. И зачем ее надо было сюда? 2, 1. Давайте промотаем. Егор Крид, часики. Часики. Ну. Валерия, по-моему. Да. Часики. Это переделали песню на молодежную. Фейс Калашников. Тут даже такая вот синичка. Вот есть сложный, который хрен догадаешься. Есть легкий, который вот сразу видишь и догадываешься. Ну что, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Надеюсь, вам понравилось. К июню будут выходить видео, будут выходить новые хорошие видео. Скоро я планирую еще несколько челленджей поинтересных, только сейчас не позволяет камера, так как микрофон у меня на камере дерьмовый. Никогда не покупайте CGCam, я вот напрямую говорю, качество отличное, но микрофон не стоит. Ну что, на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, как я и сказал, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.
freaks and herons.